Добрый день, уважаемые друзья. У нас возникла ситуация спорная, и мы хотели бы обратиться к руководству Министерства образования, к совету проректоров города Харькова по иностранным студентам. В одном из вузов Харькова студенту не возвращают деньги, которые он оплатил за учебу. Он оплатил за год вперед свое обучение, был отчислен с первого семестра, и за второй семестр около 1000 долларов ему не возвращают. В договоре, в контракте, который он подписывал с вузом, да, есть пункт о том, что они имеют право не возвращать деньги. Но мы считаем этот пункт договора несправедливым. Все вузы Харькова в таких случаях деньги возвращают. Мы бы хотели